Ровно 76 лет назад в битве под Берлином казахстанец Рахимжан Кошкарбаев и россиянин Григорий Булатов подняли знамя победы на вражеской цитадели. Это ознаменовало великую победу над фашизмом. Правда, подвиг двух воинов при их жизни советская власть полностью так и не признала. И лишь спустя десятилетия МИД России официально сообщил, что первыми флаг на фасаде Рейхстага водрузили Кошкарбаев и Булатов. Так свершилась историческая справедливость. Как эту весть восприняли родные фронтовика, Дана Килибаева встретилась с дочерью Героя Победы. Приказ товарища Сталина выполнен! Над Берлином взвелось знамя победы. Имена красноармейцев Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова теперь навсегда впечатаны в страницу истории, как воинов, которые первыми водрузили знамя победы на фасаде Рейхстага. В победной схватке в самом сердце Берлина взвод Кошкарбаева уничтожил около 200 вражеских солдат. Пробираясь над градом пуль, сквозь руины разрушенных домов, доблестные воины первыми добрались до фашистской цитадели. Я сказал: нет, Гриша. Нам некогда умирать, мы не должны умирать. Мы должны, как при любых обстоятельствах, доставить этот красный штурмовой флаг к Рейхстагу. И при том надо добиться так, чтобы первым дойти. Спецоперацию по штурму последнего оплота нацистов одновременно выполняли несколько подразделений. По историческим данным, в тот день над Рейхстагом было поднято 20 знамен победы. За героический подвиг Рахимжану Кошкарбаеву должны были вручить звезду героя, но наградили орденом боевого красного знамени. История политизировалась всегда. Всегда какие-то сделали коррективы. И подвиг этих двух людей остался как бы на втором плане. И знамя победы официально было признано, что водрузили Георгий Кантария и Михаил Егоров. И сегодня, вот спустя 76 лет, как бы восторжествовала историческая справедливость. Многие писали в своих мемуарах, что действительно Георгий Кантария и Михаил Егоров, они с подачи властей, с подачи командующих водрузили. После возвращения на родину Рахимжан Кошкарбаев много лет работал на благо страны. Активно занимался общественной деятельностью, за что неоднократно был избран депутатом районного совета народных депутатов. Первым руководителем гостиницы «Алма-Ата» был Рахимжан Кошкарбаев. Здесь офицер Красной Армии проработал до конца своей жизни. Об этом напоминает его портрет, занимающий почетное место. В кругу семьи фронтовик почти не рассказывал о войне. Современники помнят его как скромного, но очень радушного человека. Был человек-праздник. Он был очень оптимистичным, очень жизнерадостным. У нас постоянно дастархан накрывался по любому поводу. Мы раньше жили вот Достык 42, где гастроном России. Это был праздник просто для друзей, для родственников, для всех, кого отец знал. Памятники Рахимжану Кошкарбаеву установлены на его малой родине, в Акмолинской области и в столице Казахстана. В российском Кирове установлен бюст Григорию Булатову. Самоотверженный подвиг героев всегда будет примером для подрастающего поколения. Дана Килибаева, Медет Саматова, телеканал «Алматы».